Библия говорит нам, что где сокровище ваше, там и сердце ваше, правда? Потому что мы с мужем, вообще у нас три высших образования. Ну, это если так вот сказать, да? Кроме этого, мы уже 19 лет нашему бизнесу, который мы построили. У нас очень счастливая семья в течение 27 лет и так далее. Но церковь для нас это было всегда местом и планом Божьим. И нам всегда на нее хватало времени. Потому что не бывает чего-то важного для человека, на что не хватает времени. Бывает, не хватает времени, потому что не важно. Вы понимаете, да? Поэтому я думаю, что здесь самое главное, чтобы в сердце человека было на самом деле любовь к Богу, было стремление проводить с Ним время в тайной комнате, чтобы на это было время, и время для служения Ему, потому что благодарное сердце рождает дела. И если я по-настоящему благодарна Богу, я не могу не служить, я не могу не позаботиться о церкви, не могу не служить в церкви, если я благодарна, если я люблю. А если у меня не хватает на это времени, значит, это для меня не важно, и все остальное просто разговоры.